Три шоколада. Чао а тутти, девочки, мои дорогие ребята. Всем добрый вечер, всем бонасера. Мы в нашем любимом месте, в Леричи. Идем сейчас на ужин. Девочки, мы сегодня второй день и полтора дня. Была такая ужасная погода. Только-только наладилась. Allegra, vai salutare. Скажи привет всем. Скажи всем привет. Всем привет. Си, она говорит, покажите вам море. Вода. Че тут море, и мы сегодня будем... Леричи. А Леричи. Экскурсию вам проводит. Девочки, первый день мы приехали, погода была холодная, мы так, конечно, расстроились. Сегодня утром даже был дождь. Мы идем вон туда кушать. Андиамо, Тизор, вай. Прендемо на паттин, у нас папа уже ждет. Яму. Это наша дорога в центр. Перед ужином си хотим зайти в эту пастичерию. Здесь все такое вкусное. Мама, рентрати. Вчера мы ели три шоколада. Три шоколада. Три шоколада. Ieri ha mangiato tre cioccolate. Se prendiamo un altro. Quale vuoi, lei? Нам хозяин сказал, что он выиграл в 2019 году самый лучший дольче в Италии. Аси, адям. Купили мы сладенькое. И вот эти карамельки у меня муж любит. Нигде их не найдешь. Это мохито для Кристины. Потом вам покажу, что мы выбрали. Все, бежим на ужин, а то уже опаздываем. Allegra убежала туда, далеко. Сегодня мы на этих ступенечках обедали и кормили рыбок. Вид классный, Allegra довольна. Сегодня суббота и народу много. Здесь будем ужинать. Что мы уже идем? Нам сказали здесь. Муж попросил на улице. Грация. Ma cosa c'è? Guarda bello, tris di tartare, tonno, salmone e gamberi rosa. Questo bello. È buono. Poi con gli antipasti. Ma anche tu mi aiuti tesoro, c'è. Sì. Mamma mi aiuta a leggere. Ora babbo ti legge. Babbo, puoi ricominciare tutto da capo? Sì. Thank you.
questo. Senta, questo è brutto. L'allegra у нас сегодня кушает мяско. Это безумно вкусно. Здесь все такие микс этих морепродуктов. Нереально вкусно. Я дома готовила. Попробую приготовить также. Questo era qualcosa di tono. Tono. Non mi piace. Va. Mangia carne, vai tesoro. Miasca, cuscia e miasca. Ma bello il fuori, bello. Ma è любимо. Cuscia di tutto. No, 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 no. E te scuba allegra. Allegra, proprio. Era buono tesoro. Ma no, ma tu poi ce l'hai curato a mangiare? Niente tesoro. Тоже конец, да, отлично. Говорит, это уже темно. Да. Давай, показывай дорогу. Пошли. Мы идем. Да. Говорит, холодно. Мы идем кушать сладенько. Напротив моря. Да, моя зайчка. Дома кошечка любимая. Аллегра раздавила одно сладкое, когда залазила ко мне. Это кокосовое, а это, говорят, просто нереально вкусное. Будем сейчас кушать напротив. Era buono. Нам нравится десерт кушать напротив моря. Assaggia l'arancia. Era buono? Buono. Девочки, красотульки, мы уже нагулялись. Время уже 11 часов. Мы идем домой. Папа. Погода супер. Небольшой ветерочек, прохладно. Девочки, дорогие мои, доброе утро. Мужичок покормили. Идем сейчас на море. На море я покажу вам неспокойно. Давай, давай. Море неспокойно. Третий день. Третий день. Вот какая-то турбулентность идет по всей Италии, что ветра, прохладно. Видно вот это. Ну, в общем... Мы вчера были на море, ветер, я чувствую, прохладно. Мы вчера были на море 2 часа. Из этих 2 часа, ну, наверное, минут 20 мы покупались, потом Аллегра сказала, мне холодно. Поэтому мы тут как-то наматываем километры. Мы столько в первый день находили. Сейчас я вам покажу поближе. Пляжа осталось совсем чуть-чуть. Вон и просто сдвинули людей. А он был прям большой такой, длинный достаточно. Ветер, конечно. Какие волны. Лампа
посмотрите, она прямо на пляж выходит вода. Красота. Девочки мои дорогие, бонасера, всем добрый вечер. Вот время на отдыхе летит. Мы вроде позавтракали, пришли в центр, покормили наших друзей. Чаек. Все, уже вечер. Идем ужинать. Вот время быстро летит. Сеньорина, посалютаре. Скажи, привет. Привет. А, мы сделали ей косичку. Скажи, косичка. Сама выбирала. Мы фатца аль маре. И бабуля мене волея фаре. Диамо. Тут и пронте. Io la più figa. Andiamo, tesoro. Io. Идем кушать. Мы в прошлом году хотели поужинать там. Но мы были как-то 4 дня и все дни распределили. Allegra attenta, tesoro. А сегодня решили все. Хотим поужинать там. Идем кушать здесь сэндвичи. А? Хорошо, самые вкусные здесь панини. Я ем со осьминогом. Allegra хот-дог. А муж с салатом. Говорят, что здесь очень они вкусные. И тебе, Сать? Действительно, были очень вкусные сэндвичи. Особенно мой со осьминогом. Много было осьминога. И Allegra взяла хот-дог, тоже был очень вкусный хот-дог. Да, Тезор, вкусненько? Да. На сегодня вечер. Спокойно, спокойно. Кофе на вынос. Потому что холодно, девочка. Бутербродики поели, сейчас немного погуляем и в отель. А завтра мы ждем гостей. Поэтому на сегодня вечер такой спокойный. Пришли на площадку детскую. Море до сих пор неспокойно. Мы домой. Сегодня мы пораньше идем домой, потому что, если честно, мы замерзли. Всем спокойной ночи. È uguale. Guarda i pesciolini. Quanti? Vai. In acqua, guarda quanti. Pacato il cazzo. Sì, ti sto facendo il passaggio. Тяни. Да нет, замок. Sì. Давай, ты сей. Queste qua davanti a noi, queste lì. Я... Все уже устали. Вид. Ой, какая красота.
Sarò attenta. Coraggio, allegra. Мы уже спускаемся вниз. Чао, а тут и девочки, мои дорогие ребята, всем бонджорно, всем доброе утро. Нету ветра, сегодня утром это первый день. Просто каждый день были сильные ветра. Вот прям голова была вот такая вот. Я вам показывала вчера замок. Кристина к нам приезжала в гости. Они приехали в 10 и в 5 уже уехали. Время пролетело просто вот так вот, быстро. Мы что-то и ходили, и покушали, и на море были. Александра хотела с нами остаться, но Кристина не осталась, говорит, на следующий год. Сейчас мы идем завтракать. Салюта. Чао, ребятки. Скажи привет всем. Привет всем. Stiamo andando a fare colazione. Già fatto, da no? Bisogna le scale un botto. Poi faccio dei. Buongiorno. E cibo. А ты маленький, небольшой, но девочки, что самое здесь главное, он чистый, просто здесь комната идеально чистая.